Ребят, всем здорово. Я нашел тут супер сервер, просто имба. Сейчас это будем тут гонять джаггеров разных, вообще кайф. И это будет супер крутой, кстати, геймплей. Меня уже агрится, поэтому нам надо давать отпор, мне кажется. Так я долго не протяну, ребят. Не знаю, кто такой Аслик на самом деле. Вообще, ребят, первый раз слышу, я вот скелетонию. И я нашел АВП. Обалдеть. Ребят, приходите завтра на стрим по Джаггернаут. Будет весело, будет страшно, будет. Надеюсь, не будет Бобби iPhone 7. Бобби iPhone 7, ребят. Капец. Просто капец. Вот, ребят, так что я вас ждать буду. Тут зарядка нахрен не началась на лапке. Урон так сильно, шибко много наношу. Нормально, нормально, слушайте. Нормально. Ребята, на нас агрится, но мне нормально, слушайте. 1700, 1100 урона, обалдею. Обалдюш. Короче, ребят, я больше ничего не буду писать на этом сервере. Смотрим на their reaction, потому что мне очень интересно, что они скажут. Какой я баклан. А я на самом деле видео записываю, это вообще кайф. Я еще и читер, ребят. Просто я не знаю. Я сейчас плакать буду. Что такое за сервер? Ну, ребят, мы же знаем все, что я крутышка. Скелетонь, 5 миллионов поинтов. Вот. Я стол на Джаггернауте, так что нам, наверное, пушку какую-то найти. Вот. Сейчас найдем и чекайфанем. Надеюсь, ребят, надеюсь, конечно же. Может, если не найдем, значит и не кайфанем. Думаю, это логично. Я не понял прикол что-то. Окей, там где-то Tails Doll. Он, кстати, сюда бежит. От него валить подальше. А, пушечку. Как будто нету пушечки, ребят. Как будто вот нету. Жаль, жаль. Но мы еще здесь не смотрели. Вот. Ой-ой-ой, что это за люди? Я не понимаю. Я только зашел поиграть раз в 10 лет. Я генерал, ко мне сразу 13 миллионников заходит, даже уже без стрима. Я не понимаю. Еще тут типов на позаходили, я не знаю. Это просто, ребят. Разъезд чушпаны, надо говорить им. На Джаггера, короче, я не знаю. 47 урона. Ё-моё, где он тут? Эй, нихрена у него урона, что происходит? Это за Джаггер приколист. Куда он, кстати, побежал? Понял, понял. Я ждал. Блин, он спрыгнул, я не успел даже нанести урона. Вон он, ребята, вон он. Опа. Скилл. Если перезарядка. Ладно. Ребята, проверочка. Супер миф и глич. Я, ребят, я не знаю, что мне делать, я здесь подожду. Так вот поделаем, если он тут где-то близко стоит. У ребят, смотрите, урон и сколько. Заггер молодец, мне на пули вышел. Окей, продолжу стрелять. Там сейчас зажимать будет, и мы выберем. Это супер тактики, 5 миллионов поинтов. 790 урон. Я не спамер, если что.
еще фейким. Ребят, на самом деле я всех обманул, но он уже давно вышел. Я стрелял вообще по той местности. Ребят, сори, ребят, вы меня так сильно не обижайтесь, я не стерплю таких унижений. Но давайте будем честны и завалим Джаггера. Ну, сначала перезарядимся, конечно. И вообще кайфанули. Жестко. Вот. Мега хорош. Кому интересно мои тактики, ребят, подписываемся на мой бусти, которого не существует. Потому что, как и моих тактик, собственно. Вот. Ну, я его жестко наказал. Он что-то на меня выпендривался. Меня, кстати, пытаются забайтить, типа, на ДР. Но это все фейки. Мы никогда не ведемся на такое, потому что мне друзья не нужны. По крайней мере, 9 ДФ. Остальных еще не знаю, надо порешать. У нас, короче, жесткий тип. БСС. ЕПР 0 БЛ 0 Реал. Вы слышите, как он там порубил его, уже устраивал. Я так не играю, короче, и надо мне супер жестко найти 116 рейганов покрашенных. Тогда я, кажется, выиграю. Но это еще не точно, это лагать, если не будет. В общем, сейчас ищем. Ну, вообще сойдет даже М14, поэтому все только на моих руках. А там П90, но взять я его, конечно, не смогу. А вот МГ-42 уже другой разговорчик. Это уже кайфарик. Пойдем выиграем. Возьмем вот так вот МГ-42. И забомбим его. Кстати, там что-то выпиливают, как будто соло с пистолета. Там еще как будто кто-то с эмочки стреляет. Я вычислил их. Я помогу им. Ребят, мы не тимимся сегодня, это просто имба. Вот. Кто не знал, тот не знал. Мы сегодня не тимимся. То есть все, кто попал под мою руку, я не читер. Вот. 681 урон, хотя я там бежал 10 лет и 3 зимы еще. Но я думаю, вы меня понимаете. Это слишком страшно. Погнали. Ребят, я понимаю, что это вы там... Кто на стримах мой сидит, молодцы. Но это все в рамках геймплея. Вы должны тоже это понимать. Поэтому чил. 30-й геймплей, кстати, поэтому у меня 30 тысяч поинтов сегодня. Я не знаю, как это получилось, чисто из случайности. Но я думаю, вы оцените. Вот. Кстати, ставьте лайки, кстати, да. Я не знаю почему. У них там, смотрите, я их на разборке уже навлек. Это все скелетонию 5 миллионов поинтов, кстати. Вот. И опять я не знаю, где Джаггернаут, потому что Джаггернаут опять Тейлс Дул, скорее всего. Ну ничего, я просто перезайду на будки для собак. Потому что я супер-мега хорош. Тактики мои нерабочие, кстати. Но это не важно, ребят. Это вообще не важно. Так, я слышу, кто Джаггер. Вообще жесть. Сейчас пойдем убивать. Ты говноедище, куда ты? Бенгал... Чё? Бенгалакси... С...
Сигма Вульф, ребята, человек. Я не знаю, что с ним не так, что у него в жизни случилось, раз он такой ник себе сделал. Ребята, я не понимаю. Я просто разочарован. Бен Галакси Сигма Вульф. Я не знаю, что происходит. Я просто разочарован. Ребят, вы посмотрите, что тут происходит. Это вообще рофлс. Надеюсь, никого не обидел, ребят. Всех обнимаю. Окей, погнали. Как обычно, деф будка для собак никого не видит, слепошары. Надо опять перезаходить. Вот так вот просто пам! Джаггернаут мод. Пам! И все, тут сразу третье место мне отдается. Чил-чил. Окей, Чико у нас на Джаггере. 59 поинтов, я надеюсь, что найду. Оружие, пока я бегу. Я нашел. Я просто нашел. И мы, думаю, чилим. Я думаю, мы просто чилим. Кстати, что смешно, у этих двух типов, они оба Руслан Сау. Ребят, и они бифятся. Это вы такой контент еще в жизни не видели просто. За это отдельный лайк. Но это имба. Давайте его взорвем. И просто нарубим из него дров. 500 урона есть. Давно поел, но на самом деле пойдет. И по прямой линии не ходим. По прямой линии не ходим. Ой-о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 й. Вообще капец. Окей, ребят. Мы просто развалили этот сервер, мне кажется, ребят. Все, ребят. Давайте всех еще снимаю. Ставим лайки. И заходим мне на стримы, ребят. Активчик надо поднимать, пожалуйста. Я стримлю все-таки 5 часов в день. Всем спасибо, кто на стримах.